Так, народ, всем здорово. Ну что, продолжим с вами? Так, сейчас, короче, проверю. Зашибись. Вот что значит комментарии почитать. Там наверху летят камни. То ага. есть сама постройка вулкана, она очень рыхлая. В такого камешка хватит. Это хорошо. Теперь панель как-то нахрен. Ну, по голове даст все это. Один не удержался, полетел вниз, он летел почти километр. Потом его так нашли. Ты что забыл? Ты же пассатижи. Это закроем, конечно. Впрочем, мы попробуем. Наш блок здесь есть. Другую построить. Он все равно занимается только, да? Ну, прям целиком сразу сандалить. Не строить. Готово было. Ладно, поехали, наверное, что-нибудь выбирать. Ресурсов. Опыта набьем.
далеко он летает. Что-то съел, что здесь? Что-то все бодро благодаря успокаивающему пению.
Блин. Это у нас на обитателей. Хорошо. Я, кажется, здесь потерялся. В пещере ветер дует.
Так, тут герметично теперь у нас. Колбасу делать можно. Горячий напиток. Сделал. Ну, мне пока, наверное, не надо мазь. Но то, что горячий напиток засандалить можно, это прикольно. В этом. Ну, пора здесь вот. Спасательную капсулу управлять-то. Для чем? Силовик какой-то нашел.
Блин, вот что значит выйти просто за пределы. Изучать, поездить. А то все как-то уперся в одно место. Ладно, ну подскажите, если что. Блин, для чего нужна этот какой-то лагерь ученых, не ученых? Я сидел, думал сократить путь. Блин, столько всего-то оказывается здесь. Ладно, надо назад лететь, прятать, убирать это все. Да ё-моё.
Сейчас у нас теперь есть 5 кусков. Грибы 3. Овощи. Тут какие-то почки. Титановая руда, наконец. Железо чуть-чуть. Яйца еще, блять, ягода. Короче, удачно слетал. Отбитый камень нахер. Что-то колбасы сделай. Полуфабрикат, блядь, это инопланетянин, а полуфабрикат. Бинты пускай это тоже делаются. В принципе, вроде удачно в эту серию полетали, покружили. Я сейчас еще в яму спущусь. Читав комментарии, я понял, что кажется, все работает. Джетпак есть. С собой теперь таскать не надо. И солями, еда, горячий напиток, два бинта. Бинты я себе еще положу. Полежат. Еще и фейков сделан. Хотя, блядь, пропадет, наверное. А, у меня аж вода есть. Шикарно. Думаю, больше даст. Ну, то хоть ты не пропадет в стейке.
комплект для сборки. Так у меня же есть мотоцикл, куда мне комплект. Ягодный сок сделаем. Оно лежит, мы будем знать, что оно есть у нас. И мы в херню дуем. Тут у нас по времени, ну, нормально. Полчаса мы с вами погоняли. И прилетел планет, встретил местных. И понажал. Сгоняем. И более-менее наладили мы сюда. Так, ну тогда на этом все. Давайте, всем счастливо. До следующей серии.